Я сегодня хочу поговорить об изменениях. Знаете, вот в последнее время стала очень популярна технология таймспринта. Что это такое? Это когда вы какое-то ограниченное количество времени занимаетесь какой-то одной или двумя или тремя целями, но самое главное, что вы точно знаете, что это недолго. Вообще рекомендуемое время для таймспринта – это 10-12 недель. Кстати, мы поэтому в нашем блогушбуке мы вам даем страничек запасных на 12 недель обычно, то есть на 3 месяца. И еще то, что мы всегда делаем, да, мы когда обучаем на тренинге, мы говорим, всегда планируйте и смотрите на 3 месяца, всегда смотрите на 3 месяца. Но мы, правда, применяем технологию волнового планирования, то есть всегда с захлестом. А сейчас я хочу сказать о технологии таймспринта. То есть вы ставите для себя какую-то цель или несколько целей, ну не очень много, там, ну максимум, наверное, 3, на ограниченное количество времени, то есть на 3 месяца. И вы начинаете над этим работать. При этом, когда вы работаете, вам нужно работать не только над достижением вот этого, но вы еще работаете над своими привычками. То есть вы должны понять, что привычка – это то, что вы сами создали когда-то. Причем как вы создавали привычку? Вы осознанно заставляли свое тело что-то делать. То есть себя, мы говорим, да, я себя заставляю это делать. Но на самом деле, что такое привычка? Это когда какое-то действие записывается на соматический ум, то есть записывается на тело, чтобы тело автоматом это делало, не нуждалось в контроле сознания. То есть таким образом сознание освобождает себе пространство для того, чтобы заниматься чем-либо, а тело себе спокойненько выполняет работу. И если вы хотите создать новую привычку, вы должны понять, что если новая привычка записывается на старую, то я не знаю, что у вас там может получиться, да? Иногда старые привычки нужно убрать, уничтожить. И поэтому, когда вы действуете в направлении какой-то цели, вы что-то хотите изменить, вам нужно посмотреть еще и на уже имеющиеся привычки. И очень даже может быть, что когда вы будете заниматься вот этим выработкой новых привычек, одна из ваших задач будет заключаться в том, чтобы устранить старую привычку. Поэтому рекомендую, конечно, все эти вещи делать осознанно. То есть записывать, фиксировать, смотреть. У меня сейчас, кстати, есть идея. Я хочу создать для блогушбука страницы таймспринта, чтобы вы могли над этим работать. И знаете, что блогушбук работает всегда. А если в нем еще есть специальная страница, то работает тем более. То есть вы можете кратковременно чем-то заниматься, направив все свои усилия туда. И когда вы работаете вот по технологии таймспринта, обязательно нужно помнить о своих привычках, потому что это ваша задача. Почему таймспринт длится 3 месяца? Потому что вообще-то для того, чтобы выработать у человека новую привычку, нужно не 21 день, как привыкли многие говорить, да, а 3 месяца. Потому что 21 день – это когда вы без перерыва это делаете. Но, знаете, я могу сказать, что без перерыва что-то делать ха-ха-ха. Не очень-то это у людей получается. А поэтому вот эти вот перерывы, которые они сами себе устраивают неосознанно, они и требуют дополнительного времени для выработки привычки. Поэтому таймспринт все-таки рекомендую брать на 3 месяца. И когда вы работаете в таймспринте, ваша задача просто помнить, что вы должны достигать какой-то цели в течение вот там этих 3 месяцев, но она обязательно должна быть частью какой-то большой цели. Потому что иначе, да, вот у вас появится вот это вот состояние опустошенности. Я этого достиг и мне что, опять что-нибудь придумать? Да, тебе опять что-нибудь придумать, но нам, человекам, гораздо комфортнее опять придумывать что-то в рамках уже придуманного нами же. Поэтому очень ценно, когда у вас есть долгосрочная цель, и вы разбиваете ее на этапы, и вот вы это делаете сразу, лучше потом подкорректируйте, чем будете потом думать, а какой же у меня теперь этап, это неправильно. То есть вы разбиваете вашу цель на этапы, и первый этап, вот этот таймспринт, он и предназначен для того, чтобы вы себя сдвинули, для того, чтобы вы получили первый результат, на основании которого вы будете смотреть, что вам нужно дальше изменить. Ну и еще раз напоминаю, привычки, привычки, еще раз привычки. Это наше все.